Yo, bro, who got you crying like that? Мать с отцом. Первыми научили меня силе слова-то. Однажды вечером они приволокли меня на кухню и бросили прямо на пол. А потом была только боль. И когда я подумал, что не смогу больше терпеть, я смог. Что-то внутри меня освободилось. Я посмотрел на них и начал смеяться. И мог сказать только... Да. Я испытывал свое тело по сантиметру в тщетных попытках унять свою боль. У меня была жена. У нас должен был родиться первенец. Однажды она поехала в гости к подруге. Потом авария, и... Бог взял ее. Господь сберег нашу дочь. Я понял, что это испытание. Бог указал мне путь. Оставалось лишь сделать выбор. Я взял пальцами пластиковую трубку, прилепленную к ее ангельскому личику, и плотно сжал. Все, что ты говорил, было ложью. Моя дочь. Моя малышка. Так было задумано. Ты солгал, а я поверил тебе! Как я мог? Я воевал в Ираке. Это было в 90-х. Как-то мы попали в засаду. Мы с Миллером оказались отрезаны от основных сил. Еды нет. Связи нет. А до базы 200 километров на юг. Но мы и пошли. На третий день мы сбились с пути. На шестой кончилась вода. Знаешь, каково это, да? Тяжело глотать. На седьмой день у Миллера стали заплетаться ноги. А на восьмой день появились волки. Я бросил взгляд на Миллера и понял, что нам крышка. И я смирился. Я не просто смотрел на Миллера. Я увидел в нем возможность. Я не хотел этого делать. Но я был вынужден. Я так не могу. Я отслужил, вернулся, и оказалось, что здесь я никому не нужен. Вся страна притворяется, что войны нет, и я думал, я не... Жила-была девушка, и весь мир был против нее. В школе ее травили, дома над ней издевались. Она села на иглу в одиночестве, ждала смерти. Я не виновата. Ни в чем не виновата. Думаешь, я хотела? Он накачал меня наркотой. Угрожал мне. Мне было 17, совсем ребенок. Дворники, я влезли лекарства. Я следила за ним. Видела, что он делает. Он сказал, что оно помогает людям. Как такой человек, как он, может говорить о помощи другим? Я знала, каков он на самом деле, что он делает со мной. И я стала наблюдать за ним. Так я узнала, как заглушить боль. И когда я начала принимать его, не смогла остановиться, не хотела. А теперь уже слишком поздно.